У каждой удивительной истории есть свое начало. Андрюш, привет. К нам приехала какая-то девушка. Кто-нибудь знает? Никогда не видел. Ваш муж умолял меня сделать все, что угодно, лишь бы вас спасти. Все, что угодно, стало экспериментальной пересадкой донорского мозга. Донор, он не против? Бывший боец МММА. Получил травму в бою, несовместимую с жизнью. Через лесопарк пройдет караван роверов. С провиантом, лекарствами, едой. Зима близко. Пора начинать делать запасы. 23 августа 2033 года в 2 часа 10 минут гражданку кофемашины бросает ее возлюбленный. Ну что, и ты у нас, парень, не промах, а? Ну, это удивительно, но теперь Всеволод не человек. Всеволод робот. Фантастика.